Вас вітає телеканал «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему». В студії я, Валерія Момот. Сьогодні, як завжди, по середах ми зустрічаємось з представниками різних національних товариств. Зустрічайте, будь ласка, сьогодні у нас в гостях виконавчий директор Миколаївського міського молодіжного просвітницького товариства японської культури Татікадзе Галина Юрівна Зінов'єва, педагог-організатор вищої категорії методист Куценко Ганна Юрівна та учениці загальноосвітньої школи номер 6, переможниці різноманітних конкурсів Валерія Рибалка, Айша Кеня та Ярослава Бакурова. Вітаю вас! Вітаю. Скажите, пожалуйста, чем вызван интерес молодого поколения к событиям, вот, свидетелями которых ребята не были? Вот сегодня мы говорим о такой теме, как 30-летие Чернобыля, да, и вот 5-летие трагедии, которая случилась на Фукусиме. 26 апреля и 11 марта трагические даты двух ядерных катастроф, которые произошли в разные эпохи, но объединены они общей человеческой болью и глобальными последствиями для всего мира. В этом году отмечается, как вы уже сказали, 30-летие со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и 5-летие трагедии, ядерной трагедии на атомной станции «Фукусима-1». Чужой боли не бывает. Трагедия Чернобыля, Фукусимы, Спитака, Тримайн-Айленда заставляют задуматься об экологических катастрофах и последствиях от этих катастроф не только взрослых, но уже нынешнее молодое подрастающее поколение. Сопереживая, сочувствуя чужой боли, имея очень четкую активную жизненную позицию, мы сами становимся лучше. Да. Спасибо большое. А имеет ли право нынешняя молодежь решать проблемы подобного масштаба? Мнение о том, что нынешняя молодежь... Не волнуйтесь, все хорошо. Мнение о том, что молодежь имеет решать такие проблемы, то это ошибочно. Не имеет, да? Не имеет. Да. Это ошибочно. Мы, нынешняя молодежь, имеем право на голос. Как минимум, как да, право голоса, да. Это и требование учитывать общественное мнение. Общественное мнение, да? При решении вопросов строительства, промышленных и энергетических объектов. Девочки нервничают немного, но ничего страшного. Это совет: употреблять радиопротекторные фрукты и овощи, которые связывают и выводят радионуклиды из организма. Все они имеют яркий цвет. Это и рекомендации о повышенной солнечной активности, и о экологическом образовании, и работе в этой сфере. Просветительской работе в этой сфере. Да, ну вот девочки столько всего об этом знают, мне очень приятно, что они тоже интересуются этим. Вам наверняка интересно, да, раз уж вы столько знаете об этом. Это здорово. А вот как вы, Галина Юрьевна и Анна Юрьевна, два таких столь разных человека, и вот нашли общие интересы, да? Вот что вас привело к тому, что вы вот начали общение и нашли общие интересы? Расскажите, пожалуйста. Ну, я бы не сказала, что мы люди слишком разные. Мы живем в одном городе, мы люди одного поколения, и, безусловно, понимаем, что, во-первых, наши дети будут продолжать наше дело. И то, чем мы занимаемся, для них тоже следующее поколение будет развивать нашу планету в правильном направлении. Я знаю, что японцы с самого раннего возраста привлекают детей к решению общественных каких-то вопросов. И вопросы экологии – это, наверное, самое важное. Безусловно, судьба свела нас не случайно. В этом году, как уже было упомянуто, годовщины таких трагедий, по инициативе общественных организаций «Зеленый рух» и «Союз Чернобыль» Николаевский, и наше общество Татикадзе, мы проводили творческий конкурс, посвященный этим датам, где собирали рисунки, другие творческие работы детей. Вот оказалось, что в 6-й школе коллектив школьников, старшеклассники, учителей давно занимаются этой темой, поэтому мы не могли не встретиться. А в результате получилось совершенно грандиозное мероприятие в виде спектакля, посвященное этой трагедии. И я думаю, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше, потому что 2017 год – это год Японии в Украине. Так как ребята уже много узнают о Японии, им интересна эта тема и будет продолжаться. Я точно также хочу сказать, что случайных встреч просто не бывает. То, что мы встретились с Галиной Юрьевной, наверное, было
предрешено. Мне очень было приятно принимать участие в этом творческом конкурсе. Вот благодаря Галине Юрьевне, Александру Григорьевичу Малецкому мы создали коллективную творческую работу, которую мы назвали «Реквием, что объединяет дух двух народов». И на городском конкурсе экологических агитбригад эта работа заняла второе место. Это была всего лишь 10-минутная версия большой получасовой работы, которую мы показывали чуть позже, потому что рамки конкурса определили такие сжатые временные 10 сроки. 10 минут, да, 10 минут, не больше. Выступало больше 20 команд. Когда мы были не ограничены во времени, тогда мы показали получасовой спектакль, в котором были задействованы более 50 учеников с 3 по 11 класс. Это были хореографические композиции, это были чудесные вокальные номера. Василий Коломиец пел песню «На Чернобыле журавли летели», вот до дрожи. Настолько это было трогательно, настолько это было проникновенно. Эта песня не звучала, наверное, ну, лет 25 точно. Если звучало, то, наверное, полвека тому назад. И вот ей на нашей сцене мы вновь подарили жизнь. Выступал Ваня Данченко с песней «Хай живе надія». Хореографическая студия «Невгамовні» показали чудесный танец земли. И все поэтические вставки, это были стихи наших украинских поэтов, они тоже были, сопровождались такими вот хореографическими зарисовками, хореографическими этюдами, поэтому работа получилась очень серьезная. С одной стороны, потому что мы использовали большое количество аналитических сухих выкладок, но умудрились очень органично соединить вот эту научную исключительно такую информацию и вставить ее в такой лирический, трогательный, драматический музыкальный спектакль. Так, ну, щоб наші телеглядачі також зрозуміли, що це було, що це був за спектакль, ми можемо показати вам лише відеофрагмент. Тому дивимось та насолоджуємось. Ми переглянули фрагмент зі спектаклю «До дня трагедії Чорнобиля», в якому приймали участь учні загальноосвітньої школи номер 6. Розкажіть, будь ласка, як ви готувались к этому масштабному событию? Вот только что как раз показали фрагмент, учасниці которого сейчас все у нас в студії. Лера Рибалка танцювала. Ярослава Бакурова читала стихи, ей помогала Маша Шевченко. Это было стихотворение, отрывок из стихотворения Светланы Явенко. Я случайно на него наткнулась. Самое поразительное, вот, что материала
Интернет-ресурсы – это одно, но всегда готовясь очень серьезно к любому подобному мероприятию, я посещаю не одну библиотеку. И 20-30 источников – это тот минимум, который обрабатывается для того, чтобы ребятам дать возможность представить действительно серьезную, хорошую работу. И материала о Чернобыле, к сожалению, было настолько немного. Периодические издания, все то, что издавалось в первые 2, 3, 4, 5 лет, они достаточно уже устарели. К сожалению, и сейчас современных каких-то материалов очень мало. Поэтому приходилось заниматься изучением технических книг совершенно. Я учитель литературы по образованию, занималась вопросами физики, ядерной физики. Но, как говорят, лишних знаний не бывает, и все это только на пользу. Для того, чтобы создать вот такого уровня работу, эмоционально сильную работу, за которую и тебе не стыдно, и твоим детям не будет стыдно на сцене выступать, представлять эту работу, приходится объединять действительно очень много видов искусства. И один из них – это музыкальное искусство. Мы очень всегда серьезно подходим к отбору музыкального материала. Вот здесь, в этом спектакле, звучали музыка Кейко Мацуи «Умножающая печаль». Замечательная просто музыка, и она очень легла на тему, и танцевать девочкам было под нее очень комфортно. То есть все слово, изобразительное искусство, потому что вот у нас... Да, вот столько у вас было всяких ветвей. Вы да. и танцевали, и слово да. было, и вот сценическая пластика была безумно красивая. Вот кто стоит за этим всем, расскажите, пожалуйста. Вот эта форма работы, она называется «Триады». Это объединение вместе искусства, музыки, живописи и слова. Но музыка у нас представлена не просто музыка, она еще музыка и хореография. Всему этому я училась у нашего директора, бывшего директора школы. Она сейчас на пенсии, Михаэльна Ольга Ивановна. Я ей очень благодарна за ту школу, которую я прошла, потому что огромное количество знаний, умений, желание работать я почерпнула именно у нее. И мне, честно говоря, все это настолько нравится, что свою основную деятельность, у меня есть часы литературы, есть часы языка, но та должность, которую я занимаю в школе, я педагог-организатор, она мне даже больше, наверное, по душе. Кабинет 39-й, мой кабинет, это малый репетиционный зал, где есть возможность, вот девчонки не забывают. Девочки с улыбкой, да, вспоминают. Потому что они прекрасно знают, что это такое. Там можно и попеть, и потанцевать, и пошутить, и чая попить. Такая вот отдушина в школе среди учебного дня, напряженного для детей в том числе. Конечно, я думаю, что им это тоже нужно. Вот. Сценическая культура, она культура. Любая культура – это культура, и по жизни она остается с ними. Несколько лет тому назад я выпустила совершенно замечательный 11 класс. Это те дети, которые умели все делать – петь, танцевать, выступать. И вот сейчас я за них совершенно спокойна и всегда очень радуюсь, когда они приходят в школу, приходят ко мне домой, потому что это дети действительно с очень активной жизненной позицией, за которых не страшно, которых волнует, что происходит в городе, что происходит в стране. Вот таким детям не страшно доверять будущее нашей страны. То есть в вашей школе это не среднее образование идет, а образование во все направления, в особенности творческие, да? Да, да. Творчеством мы занимаемся все время, это у нас приветствуется всегда. Мы с удовольствием проводим всевозможные конкурсы творческих работ, конкурсы поэтические. Девчонки у нас участницы и победительницы, Айша Кеня, победительница конкурса «Шевченковское слово». Она заняла 3-е место. Это был городской конкурс. Детей было очень много. 150 человек, наверное, это была только старшая группа, и до 100 человек малышей. То есть это был очень серьезный конкурс. Лира принимала участие и танцевала в свое время в хореографической студии на Вгамовне. Тоже очень удачно, очень красиво, очень результативно. Ярослава новенький ребенок в нашей школе, она к нам по душе пришлась. И Айша пришла только год назад в нашу школу. То есть мы с удовольствием работаем с талантливыми детьми. А если ты не обладаешь какими-то талантами, то мы
у тебя его все равно рассмотрим, рассматриваем, да, и привьем. Девочки, вот вы пришли в эту школу, как вам, есть ли какое-то вот сравнение с предыдущей школой? И вот в творческом направлении вы развиваетесь сильнее, скажите? Можно сказать, что да. Да, да? Хорошо. А вот вы раньше пели, занимались какими-то там вот творческими подделками, делали что-то, нет? Я пела, у меня мама тоже педагог-организатор, как бы я была вынуждена ей тоже помогать. Добровольно-принудительно. Вот, и, ну, принимала участие в разных конкурсах. В Первомайске, город Первомайск, я постоянно пела на всяких конкурсах везде. Там Джерельце тоже, там я не помню, какое место уже заняла, но тоже, вот. Молодцы. Выступали. Молодцы. Я тоже в своей школе пела на праздники, если надо, я там танцевала со своими одноклассниками. Также я приносила свои рисунки на конкурсы, плела из бисера, и у меня много разных хобби. У нас 500 человек детей в школе. Ну, я не знаю, наверное, 499 – это тоже точно самые-самые талантливые дети города Николаева. Очень приятно с ними работать, они все очень открытые для общения, очень приятные. И с Галиной Юрьевной нашли тоже. В школу, да. Мы сразу видим выставку творческих работ, она встречает любого входящего, любого посетителя школы. Ну, достаточно сказать, вот сегодня тут принесены абсолютно японские работы, конечно. Оригами, кусудамы, ветенанки, то, что особенно восхищает японцев, кстати, когда они видят украинские ветенанки, для них это просто невероятно интересно, потому что у них тоже есть такой вид искусства. А вот расскажите, пожалуйста, может быть, кто не знает из наших телезрителей, что такое оригами? Расскажите, может быть, если есть, покажите. Ну, оригами – это работа по складыванию из бумаги, правильно? Ори – это складывание, ками – это бумага или божество. Одно и то же по звучанию слово обозначает и божество, которое как бы способствует человеческому самореализации, вдохновляет, да. И бумага, потому что из бумаги можно сделать много-много всего. Иногда люди, наши украинцы, занимаются этим искусством, не знают, что это японское искусство. Совсем вот 2 дня назад я была в очень отдаленном районе, в Бессарабии, в нашей украинской, и в Доме культуры увидела оформление сцены, красивейшие косудамы. И когда я обратила внимание на человека, который сделал, он говорит, когда это? Он говорит, 16 лет назад мы сложили, я даже не знаю, что это такое. Ну, как бы нашла выкройки и сделала. Я говорю, вы знаете, это японское искусство, и эти кусудамы, лечебные шары, раньше их называли, туда вкладывали траву для того, чтобы люди вдыхали и лечились. А сейчас это как красивый дизайнерский такой момент, который можно применить при оформлении любого зала, любого интерьера. Безусловно, не творческих детей не бывает. И творчество – это то, что объединяет все народы. А Япония, Украина, ну, тут, мне кажется, несмотря на то, что страны очень далеко территориально друг от друга отходятся, но все мы знаем, что Япония была одной из первых стран, которая признала независимость Украины. Япония – самый большой донор Украины, помогает ей безвозмездно и кредитами, и оборудованием, и медицинским оборудованием, и различными творческими проектами. Николаевская область была одна из первых областей, которые получили помощь материальную по проекту Косануны. Да что вы? Это, наверное, надо просто отдельную передачу этой теме посвятить, безусловно. Но я думаю, что 2017 год, который будет годом Японии в Украине, такая возможность у нас появится. Много проектов, в том числе, конечно, с коллективом 6-й школы. Здорово. А какие еще есть работы, например, вот названия которых мы можем сейчас рассказать нашим зрителям? Ну, вот это и есть оригами. Угу. Техника славится тем, что не используется никаких клеящих веществ, клей не используется. Вот это все. То есть это просто ручками складывается. Да, складывается. Да? Вот это. Это конкурсная работа. Угу. Называется это работа «Молекула счастья». Эта работа была оценена как одна из лучших работ на городском конкурсе. Это волшебный кристалл, это та же самая техника складывания оригами, да, без склеивания. Вот это тоже оригами замечательное. Вот можете себе представить. Это тоже без клея. Это все без клея. Это все абсолютно без клея. И вот из таких маленьких небольших цветочков потом составляются огромные красивейшие композиции. Вот это тоже, это детская работа. Это такая гусеничка маленькая. Это первоклассники наши такие собирали.
Вот. Первоклассники, ничего да? себе, молодцы ну, какие. Как бы техника тем и славится, что она не очень сложная, нужно иметь только терпение, самое главное, желанием это сделать. Ну, когда да. ты хочешь это сделать, у тебя получится все абсолютно. Что ты не задумал, это я точно знаю, я проверяла это на собственном опыте. А если вернуться опять к теме нашего сегодняшнего разговора и говорить о экологических проблемах, связывающих Украину и Японию, и вернуться опять к трагедиям Чернобыля и Фукусимы. Опять я бы хотела вернуться к Хотела бы у вас спросить, да, вот этот интерес у вас связан лишь потому, что круглые даты? Нет. А почему? Значит, мы хотели привлечь внимание наших зрителей к экологическим проблемам еще и потому, что они все имеют не только близкие последствия, самое страшное, что они имеют последствия отдаленные. Вот все эти ядерные катастрофы лет только через 15, от 15 до 50 лет мы можем наблюдать, как да? нет, наоборот, оно усугубляется, к сожалению, да. Это третье, четвертое поколение детей, которое может потом расплачиваться за вот такое вот неразумное обращение с якобы мирным атомом. В своей работе мы рассказывали детям о беспрецедентном подвиге пожарных Припяти, которые первые бросились тушить этот пожар. Мы рассказывали о том, что почти 100 сел и поселков городского типа просто сравнялись с землей, закатывали бульдозерами, зарывали, потому что уровень радиации был настолько велик, что их оставлять было невозможно. Мы рассказывали о тех людях, которые вынуждены были покинуть свои дома и отправиться совершенно на новые места. Рассказывали о тех людях, которые, несмотря ни на что, вопреки всему, остались все-таки жить в этой 30-километровой зоне. И это, конечно же, трагедия целого поколения. А еще больше собранного материала просто не поместилось в сценарий. Но ребята, которые вот над этой темой работали со мной вместе, они знают о том, что 11 марта 2001 года планета Земля оказалась действительно в полном смысле этого слова на грани своего существования. Потому что 9-бальное землетрясение – это из 10 баллов по шкале Рихтера. Настолько было сильным, что изменило орбиту Земли и скорость ее движения. Сейчас наша Земля вращается быстрее и сутки, наши земные сутки, хоть ненадолго, но они все-таки стали короче. А это все ведет за собой последствия самые разнообразные. Да. Вслед за этим землетрясением, совершенно чудовищным, когда Япония лежала в руинах, последовали, конечно же, 14-метровые волны цунами, которые закончили разрушение ядерного реактора «Фукусима-1». «Фукусима-1» – это частная атомная станция, ее обслуживали всего 50 человек. И вот весь ужас ядерной катастрофы первой недели. Они приняли на себя. Да, они приняли на себя. Первые 6 часов боролись сами, и только потом на 7-й уже попросили о помощи у мира. Потому что все прекрасно понимали, что кроме вот Фукусимы пострадала Япония практически вся. Настолько было сильным разрушение. Такое же, я вспоминала в начале нашего разговора город Спитак. Его же даже не пытались восстанавливать. Там восстанавливать, по сути, было нечего. Японцы просто уникальная, удивительная нация. Они научились бороться с последствиями ядерных взрывов в 1945 году. Хиросима и Нагасаки. Это тоже страшные вещи, которые никогда не должны повториться. И вот говоря обо всем этом, мы прививаем своим детям вот это чувство ответственности за судьбу не только себя, не только свою судьбу, не только своего народа, своей семьи, но и в целом своего дома, большого, огромного, красивого дома планеты Земля. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, о чем еще, кроме экологических проблем, знают ваши детки?
Что они еще изучают в Японии? Можно мы немножко расскажем о вообще экологической работе, которую мы проводим? Да, давайте, да? Конечно. Ну, вопросами экологии мы занимаемся очень давно. Вот немалое количество грамот – это грамоты за участие, не просто за участие, а за победы в городских, областных конкурсах экологических агитбригад. И вот Лера, она у нас в школе учится с первого класса, поэтому она занималась этими проблемами более глубоко и дольше. Ну, мы защищали и водные ресурсы Николаевщины, и грунты, и почвы, и первоцветы, и даже Бузский гард мы защищали. Да. Леса Европы мы защищали. То есть у нас вот такая планомерная работа по экологии ведется в школе очень давно. Вот. Ну и чтобы не отставать от своих очень талантливых детей, я в этом году отважилась принять участие во всеукраинском конкурсе «Украина. Сталый розвиток. Наш выбор» в номинации «Позаклассная работа». Вот ожидаю сертификаты из Киева об участии в международном конкурсе. Ну что, здорово. К сожалению, у нас уже время подходит к концу. Была очень рада видеть вас в нашей студии. Спасибо огромное, что вы пришли. А я нагадую вам, шановні телеглядачі, що з вами була програма «Розмова на тему». В студії була я, Валерія Момот. До наступної зустрічі.